Послание Отца Абсолюта от 10 августа 2022 года. Интеграция сознания в световое тело. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о синхронизации вашего сознания и физического тела. Итак, после того, как вы определите энергетический потолок своего сознания, вы можете приступить к следующему этапу работы с вашим физическим телом. Для этого вам нужно представить свое сознание в виде некой энергетической субстанции, равномерно распределяющейся по всему вашему световому телу. И вот как вы можете это сделать. Сфокусируйте все свое внимание на своей шестой чакре и представьте себе, как сконцентрированная в ней энергия начинает постепенно разряжаться, расходясь волнами по всем вашим чакрам и тонким телам. Вы можете почувствовать, как она начинает вращаться по часовой стрелке, расходясь волнами все большего диаметра внутри вашего светового тела. Так энергии сознания постепенно интегрируются в энергии ваших чакр и тонких тел. В результате каждой чакры, каждое тонкое тело, отвечающее за определенные органы физического тела и системы его жизнедеятельности, обогащаются дополнительной энергией вашего возросшего сознания. Почему это так важно? Прежде всего потому, что такое энергетическое взаимодействие внутри вашего светового тела позволяет сознательно управлять внутренними процессами в вашем физическом теле уже на клеточном уровне. И на самом деле разница между сознательной и бессознательной работой с физическим телом огромна. Раньше все практики медитации про трансформацию вашего физического тела в световое кристаллическое строились на бессознательной работе, в основе которой лежала сила вашего намерения. Теперь же вы можете преобразовывать свое физическое тело сознательно, дополняя силу своего желания и намерения своей собственной разумной энергией, которая способна впечатываться в каждую клеточку вашего тела, наделяя ее разумом. Чтобы вы лучше поняли все тонкости этого процесса, представьте себе свое физическое тело в виде скопления мириад кристалликов. Каждый из них несет в себе божественный код, в котором когда-то было заложено сознание Творца. Благодаря ему физические тела Бога людей были совершенными во всех своих проявлениях. Со временем, по мере понижения вибраций людей, эти кристаллики предельно уплотнились, в результате чего божественный код был утерян либо сильно искажен. И теперь вы начинаете восстанавливать его не только энергетически, но и физически. Вы освобождаете кристаллики из плена трехмерного мира, разряжая их и возвращая им божественный код путем наполнения их разумной энергией своего нового высоковибрационного сознания. Полностью осознавая этот процесс, вы тем самым наделяете сознанием и каждый кристаллик своего физического тела, что способствует трансформации вашего тела в световое кристаллическое. На этом остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.